Здравствуйте. Хочу рассказать вам, как я решил проблему с полом для зимней палатки. Я все думал, как сделать пол, из чего сделать пол, чтобы было недорого и работало нормально. Покупать фабричный пол было очень дорого, ценники на них нереальные. Поэтому пришлось думать, как сделать самому пол подешевле. Рассматривал различные варианты, в том числе фольмопену, фольгированная и нефольгированная, которая продается в строительных магазинах. Случайно как-то в рыболовно-охотничьем магазине я увидел коврик для палатки каремат. Размер был такой же, как размер по дну моей палатки, 2х2. И этот каремат фольгирован с обеих сторон. То есть уже ничего мне не надо было делать, было практически готовое решение. Притом ценник был очень небольшой, 2000 тенге, это примерно 400 рублей. Его использовать мне очень понравилось. Он не лопается на морозе, мягкий, удобный. Отверстия для лунок я еще пока не вырезал. Пока что примеряюсь, где и как они будут стоять. Подгибаю один краешек. В принципе, и так уже вполне достаточно и нормально. За свою цену этот каремат себя полностью оправдывает. Использовать его как пол. Собираемся домой. Хотел показать пол в палатке. Фольгированный каремат 2х2 размера, как раз по размеру палатки. Отверстие пока еще не стал вырезать, примеряю, смотрю, как будет. Скользкий, правда, катается как по льду, так и по нему можно кататься, но ничего, зато не по земле.